Повысились ли цены на противовирусные препараты и медицинские маски в Севастополе? Таким вопросом озадачились представители организации «Молодежка ОНФ». Активисты по всей России проводят мониторинг цен на лекарства и маски. За два дня члены севастопольского отделения посетили около 15 городских аптек. При проверке четырех из них к активистам присоединились журналисты независимого телевидения Севастополя. Выяснилось, что цены на противовирусные препараты остались прежними. Большинство цен соответствуют средней цене, которая в России в принципе идет. Мы тоже на данный момент еще не заметили, что где-то цена кардинально отличается. Да, есть где-то там 50-100 рублей, но чтобы там в 50%, как писали в социальных сетях, такого мы не заметили. Список проверяемых лекарств включает противовирусные препараты. Тамифлю, Арбидол, Ингаверин, Кагацел, Амиксин номер 6, Амиксин номер 10 и Ацикловир. Активисты организации «Молодежка ОНФ» узнали, что стоимость некоторых препаратов ниже средней по России. Но есть цены и выше. Например, стоимость Кагацела составляет 498, 483 и 495 рублей при средней цене 413 рублей. Цена на Ингаверин в севастопольских аптеках ниже на 15-30 рублей. Ну вот, допустим, Тамифлю – это один из жизненно важных препаратов. Средняя его цена должна быть 1264 рубля. В четырех аптеках, которые мы проверили, цены были 1129 рублей 50 копеек, 1107 рублей, 1248 рублей и 1227. Ну, можно сделать вывод, что в Севастополе цены даже ниже среднего. Медицинские маски в севастопольских аптеках, как и во многих российских, в продаже отсутствуют. Их очень быстро разбирают, потому что мы вчера были в аптеке, и при нас жители города забирали последние маски. Вот, и на данный момент их еще не поступило в продажу. В среднем маски стоят от 5 до 8 рублей. Это обычная цена, не завышенная, как в материковой части России. В принципе, по России такая цена.